Да, языки тоже у тебя остренькие. Давай-ка обратно. А эти новоселье отмечают тоже. Хватит с переноски. Глаза открыли, надо на свет позже выползать. Интересно, говорит, что тут происходит. Детский садик Лопушок. Вышел на прогулку. Так, сейчас я уберу это на место. Да, эти там. Вы уже ели. Так что не рассказывайте мне сказки. И эти вон дрыхнут тоже все. Нет, кто-то там уже ходит. Не мужик ли? Жик-жик, не мужик? Зайка. Зайка лежит. Сейчас я тебе принесу вкусняшек. Зайка кушала дуваны. Молодец какой.